Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описания этих работ по книге «Великий музей мира» «Бюст царицы Меритамоа», «Западные Фивы», «Ремесеум», «Храм Меритамон», 19-я династия, правление Рамсеса II, 1279-1212 годы до нашей эры, известняк, роспись, высота 75 см, ширина 44, толщина 44 сантиметра. Бюст Меритамон, дочери Рамсеса II, возведенного в ранг великой царской супруги после смерти ее матери Нефертари, является частью ее статуи. На ней представлена молодая красивая женщина в парике ажурного плетения, оставляющем открытыми уши. Его обвивает лента, декорированная двумя кобрами-уреями, соответственно, в белых и красных коронах Египта. На парике укреплен модиус, декорированный по всей поверхности уреями солнечным диском на головах. На нем должны были быть закреплены два пера, между которыми помещался диск. Такие головные уборы являлись характерными для цариц и показывали их идентичность богини Хатхор. На груди Меритамон, широкое массивное ожерелье, в левой руке противовес, минат с фигурой женщины в профиль и такими же, как у Меритамон, модиусом на голове. Внизу цветочная розетка, распространенный мотив этой части противовеса, использовавшийся для фиксации массивных ожерелий со стороны спины. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе «Бюст царицы Меритамо», «Западные Фивы», «Ремесеум», «Храм Меритамон», 19-я династия, правление Рамсеса II, 1279-1212 годы до нашей эры, известняк, роспись. Пока-пока, до свидания.